Между тем, сегодня в Якутске прошло селекторное совещание Комитета по обеспечению жизнедеятельности с Вилюйской группой районов. В Якутии началась подготовка к паводковому и пожароопасному сезону. В связи с ранним потеплением в Центральной, Западной и Вилюйской группе намечается ранняя оттайка. Ожидается, что наиболее остро это почувствуется на Колыме. Также большие снегозапасы в Верхоянском и Устьянском районах. Лето прогнозируется засушливое. Сообщается, что особенно высока вероятность пожаров в июне-июле. И паводок, и лесные пожары у нас проходят не первый год или будут проходить. Вот. Ну, самое главное, значит, наша задача – это недопущение гибели населения и, значит, сельхозживотных. Это по первому вопросу. И по второму вопросу самое главное – это максимально прикладывать все усилия для того, чтобы лесные пожары ликвидировать на стадии их, значит, возгорания. Наша задача – максимально подготовиться, подготовить население, подготовить все органы исполнительной власти, руководители, значит, предприятий, организаций. Потому что год от года он разный каждый год, и неизвестно, где в этом году что произойдет, поэтому готовиться будут все одинаково.